31 августа в Бицепском парке проходила маршрутомания. Спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и спорта. Это мероприятие было организовано порталом маршруты.ру. Несмотря на плохую погоду, на празднике собралось несколько сотен человек. Организаторы подготовили увлекательный маршрут по парку. Его можно было проходить бегом или на велосипеде. Была отдельная категория для команд с детьми. На поляне соревнований организаторы развернули самую большую в мире карту России. На карте были наклеены фотографии достопримечательностей с QR-кодами. И с помощью смартфона можно было узнать подробнее о самых интересных местах. Площадка нового и пришедшего к нам из Европы вида спорта под названием Slackline. В примитивном выражении это хождение по стропе, в более продвинутом это прыжки, акробатические трюки и различные трюки на высоте. На контрольных пунктах маршрута участников ждали интересные вопросы. Правильно отвечая на них, участники разгадывали маршрут дистанции, тем самым сокращая путь к финишу. В этот раз вопросы были посвящены европейским странам, так что за пару часов каждый смог совершить большое европейское турне. Экологи организовали на карте флешмоб «Уборка России на скорость». Спасем Россию! Я давно не ездил ориентирование, решил вспомнить, что это такое гонки без разметки. И, в принципе, получил большое удовольствие от всего, что происходило. Прикольный парк, родная Бица, хорошо поставленная дистанция. И все это было разбавлено интересными вопросами. Мы не на все ответили. Мы одно в КП проверили все три варианта. Но вроде это не помешало показать нормальный результат. А так, в принципе, позитивно. Погода не портит настроение. Да, и погода нормальная.